нас сегодня блины. Царские, российские, русские блины. А в России сейчас масленица. Мы решили тоже не отставать от русских традиций и сделать блины. Этот рецепт когда-то давно-давно дала мне моя мама. Потому что рецепт, который был в нашей семье от бабушки, нужно было поднимать с дрожжами, я не могу. Мне нужно, чтобы это было легко и 100% получилось. Поэтому спасибо маме за рецепт. Царские блины. В России говорят первый блин комом, из-за того, что он не получается. Но в этом году мне объяснили, что комом на самом деле это не потому, что он не получается, а потому, что в старые времена комом называли медведей. И первый блин был для медведей. Но медведей у нас нет, зато есть рыба. Первый блин рыба. Un poco de aceite, sí. We're watching. А блины – это символ солнца. И важно, чтобы они просвечивались на солнце. How it's a Russian pancakes way. Да, один еще вид блинов, как я сейчас узнала, его нет ни в одной стране, кроме России, когда мы наполняем блины чем-то и потом дополнительно их обжариваем. В этот раз мы делаем с фаршем, луком, грибами и сыром. Смешно, что вот сейчас стоим, разговариваем с ребятами, они говорят, что мы бы просто не стали тратить столько времени на блины, мы бы их пожарили, съели бы с лимоном и с сахаром. Yeah!